Десяточки, хорошо ли меня видно, слышно? Я тем временем представлюсь, скажу несколько слов о себе. Меня зовут Петр Беляев, я партнер компании Global Intellect Service чуть больше, чем 2 года. Являюсь сертифицированным внедренцем и учредителем маркетингового холдинга 1M Service, а также управляющим директором этой компании. На сегодня мы сопровождаем по UDS клиентов в 27 регионах Российской Федерации и 5 стран вне РФ. И сейчас я представлю вам один из кейсов нашей компании. Кейс внедрения UDS в стоматологическую клинику StomLife, город Санкт-Петербург. Прежде всего покажу, какие задачи стояли у нас с собственником бизнеса до начала внедрения. Это создание системы лояльности на базе мобильного приложения, перевод клиентов с дисконтных карт, то есть с прямых скидок, на электронную бонусную карту с кэшбэком, запуск и управление сарафанным радио, увеличение среднего чека и в целом выручки, а также увеличение возвращаемости клиентов. Первым делом мы занялись подготовкой дизайн-макетов, разработали соответствующие наклейки, которые разместили везде в стоматологической клинике. И в зоне ресепшена, и на двери, и в стоматологических кабинетах, так чтобы клиенты были максимально информированы об имеющейся системе лояльности. Далее мы сделали интеграцию с социальными сетями. А у данного предпринимателя 2 социальные сети, ВК и Инстаграм. В Инстаграме мы реализовали возможность перейти из шапки профиля сразу в веб-версию компании, то есть возможность получить электронную бонусную карту в автоматическом режиме для клиента. Ну и, понятно, разместили соответствующие посты, как ВК, так и Инстаграм, и сторис, которые закрепили в разделе «Актуально». Отдельно мы разработали веб-версию StomLife на UDS, то есть у компании появился свой персональный адрес на домене uds.app, и теперь на этой лендинг-странице каждый, собственно, посетитель может автоматически получить электронную бонусную карту, то есть присоединиться к системе лояльности компании. Также мы решали задачу, чтобы на этой лендинг-странице каждый посетитель мог видеть весь спектр услуг данной стоматологической клиники, все то, что представлено на официальном сайте компании. Ну и, понятно, видеть соответствующие новости компании. Дополнительно мы реализовали задачу интеграции веб-страницы с основным сайтом. Теперь в разделе «Бонусная программа» на основном сайте клиенты могут видеть баннер о имеющейся системе лояльности на UDS, сразу взять смартфон и присоединиться к системе лояльности, считав QR-код, либо, если работа ведется с компьютера, то этот баннер мы сделали кликабельным, чтобы человек мог сразу провалиться как раз-таки в веб-версию, где уже у него была возможность присоединиться к системе лояльности. Начали мы также с того, что залили в UDS имеющуюся клиентскую базу и также начали оцифровывать клиентов, ну, уже понятно, естественным образом. На сегодня 4302 клиента есть в данной компании, оцифрованные в систему лояльности UDS, и это живая активная клиентская база, то есть клиенты неоднократно обращаются, да, и возвращаются в данную компанию за стоматологическими услугами. Автоматизированный сервис поздравления с клиентов на сегодня настроен и поздравляет клиентов практически ежедневно, что, конечно же, в автоматическом режиме, да, что, конечно же, повышает и лояльность, и в целом влияет на возвращаемость клиентов. Также мы используем все возможности коммуникации, да, это и обратная связь, и пуш-уведомления. Согласно контент-плану мы отправляем 8 пуш-уведомлений в месяц, и делая это, мы, по сути, решили задачу полного отказа от смс-рассылки, которую мы считаем крайне неэффективной. На сегодня у нас клиенты получают красочные пуш-уведомления с приятными картинками, с информативным текстом, там порой там ссылочки идут соответствующие, да, это очень эффектно, эффективно и в целом также стимулирует на возвращаемость и на дополнительные продажи.
На сегодня у собственника компании есть четкое понимание о своих клиентах, то есть можно посмотреть LTV по каждому из клиентов, а именно сколько тот или иной клиент в целом оставил денег в стоматологической клинике, сколько было оплачено баллами, какое количество покупок. Это как раз рейтинг, который точно дает предпринимателю понять картину о постоянных клиентах, да, о наиболее лояльных клиентах. Именно с упором на эту информацию мы проходили такой непростой период, когда большинство клиентов, большинство людей просто сидели дома, в целом не хотели выходить на улицу, да, по причине пандемии, ну и в частности, понятно, посещать какие-то медицинские учреждения. Вот этот период был примерно с февраля по апрель текущего года, было существенное, да, такое снижение активности. И вот здесь как раз-таки с акцентом на тех самых лояльных клиентов, рейтинг которых я показал, мы предпринимали соответствующие действия. Отправляли пуш-уведомления, начисляли персональные баллы, просили также делать рекомендации. И все это привело к тому, что мы очень классно, я считаю, прошли вот этот второй период, там, да, и у нас подрос средний чек. Да. Смотрите, изначально средний чек с сентября по конец декабря составлял 10 728 рублей. С января по конец марта составлял уже 12 262 рубля, при том, что вот этот был период снижения активности, да, но у нас выросли качества продаж. И в настоящее время средний чек составляет... Так, я вернулся. Немножко у меня пропадала связь. Как мы этого добились? Смотрите, мы провели отдельное обучение с персоналом клиники, в результате чего персонал, да, отдельные врачи начали рекомендовать другие направления. Например, ортодонт стал рекомендовать пародонтолога, хирург ортодонта, терапевт, хирурга и так далее, и так далее. Понятно, все это при условии, если действительно у пациента были соответствующие показания, однако врачи теперь дополнительно опирались на систему лояльности, а именно подчеркивали для пациента возможность сэкономить в рамках имеющейся бонусной системы. Вот в результате этого у нас так устойчиво рос средний чек. Я считаю, что это изюминка данного кейса внедрения, с учетом того, что клиника находится, ну, в целом не в центре Санкт-Петербурга. Двигаемся дальше. Переход с прямой скидки на кэшбэк мы благополучно реализовали. И на сегодня у нас средняя скидка по UDS составляет 4%, в то время как до начала внедрения прямая скидка, которая не мотивировала клиентов вернуться именно в эту компанию, составляла 10%. То есть предприниматель до внедрения терял достаточно большое количество денег в виде прямых скидок и не имел возможности управлять процессом возвращаемости клиентов. На сегодня скидка уменьшилась до 4%, и как раз-таки клиенты с бонусными баллами UDS замотивированы вернуться именно в эту уже полюбившуюся им стоматологическую клинику. Мы получаем обратную связь от клиентов. Это возможность контролировать качество оказания услуг персоналом компании. Собственник компании сам является профессиональным врачом, стоматологом, и теперь благодаря обратной связи в режиме реального времени может контролировать качество оказания услуг врачами его клиники. Привлечение клиентов без затрат из агрегатора также принесло существенную сумму предпринимателю. Часть пациентов просто видели компанию, нажимали «Присоединяться» кнопочку в агрегаторе UDS. Таких клиентов пришло 59 человек, из них 23 дошли до клиники и суммарно оставили в кассе 733 296. При всем при том, что предприниматель не заплатил ни рубля за то, чтобы заполучить этих клиентов. По сути, это некое превышение ожиданий в глазах собственника компании. Давайте посмотрим суммарный экономический профит от использования UDS за 8 месяцев. Мы оцифровали, как я уже говорил, 4302 клиента. И если посмотреть, сколько мы сэкономили на
изготовления дисконтных карт, то эта цифра составляет 86 080 рублей. Бесплатно получили через агрегатор UDS новых клиентов, которые суммарно оплатили 733 296 рублей. За счет пуш-уведомлений мы ушли от смс-рассылки и сэкономили 385 638 рублей, исходя из стоимости одной смс 2 рубля. Дополнительная выручка за счет прироста среднего чека составила 1 384 730 рублей. А также замена прямой скидки на кэшбэк принесла 519 295 рублей. Итого, суммарно, за счет внедрения UDS в данную стоматологическую клинику, собственник получил выручки 3 109 039 рублей. То есть, по сути, за 8 месяцев использования UDS вложения на этот сервис окупили себя больше, чем в 12 раз. Вот такой кейс внедрения. Работа осуществлялась с холдингом 1М сервис. Вы сейчас видите QR-код у нас на экране, у вас на экране, а также промокод нашей компании 1М сервис без пробела. Я специально задержу этот слайд на несколько буквально минут, да, чтобы у вас была возможность оцифроваться нашу компанию и посмотреть тот спектр услуг, который мы предлагаем для клиентов UDS. Смотрите, чем мы можем полезно быть в качестве сотрудничества, я сейчас вкратце скажу. Первое, мы работаем по проекту «Дежурный внедренец», то есть помогаем продавать лицензии, предлагая при этом свое профессиональное сопровождение. Второе, мы работаем, помогая вернуть клиентов на площадку UDS, тех клиентов, кто по какой-то причине ушел с площадки. Что мы предлагаем? Мы делаем аудит показателей бизнеса, указываем на имеющиеся, на наш взгляд, ошибки, обозначаем точки роста. При этом предлагаем свое профессиональное сопровождение. Таким образом, мы можем вернуть клиента на площадку UDS, ну и сопроводить его до результата, чтобы он уже никогда с этой площадки не ушел. И третье, мы работаем по тарифу Light. У нас есть спектр услуг, направленный именно на запуск UDS на тарифе Light в различные ниши. Да, вижу вашу обратную связь, благодарю. Да. Также отдельно скажу, что мы работаем не только в российской плоскости. Мы, как я уже говорил, на сегодня сопровождаем клиентов в 5 странах, кроме Российской Федерации, проводя встречи на английском языке. Поэтому мы также можем быть полезны в части проведения переговоров с англоязычной частью населения, да, в части именно использования UDS в различных бизнесах, предлагая при этом наше профессиональное сопровождение уже на английском языке. Вот такой вот кейс, да, и немного информации о нашей компании. Друзья, на этом я завершаю. Внизу есть мой Инстаграм, Петр Беляев. Благодарю за внимание и желаю всем хорошего дня. Да, Петр, благодарю.